сегодня у нас гульки. Козлят выпустила погулять. Поэтому вот возле мамки крутятся, бегают, прыгают по ней. Ну, зайка своих детей допускает, а чужих только чтобы рядом проходили. Это вот и не ее уже детеныш, но все равно рядышком крутится. Девчонки, вы что тут встали? Артюша! Изначально она их, когда на второй день после игрушки рожала, тоже облизывала. Она к ним вот как-то спокойно относится. А вот к другим уже козлятам нет. Не хочет. Мальчишка ее рядышком все пристраивается лечь. Он всегда ложится возле нее, если он набегается, наиграется. Поэтому сейчас рядышком ляжет и будет лежать. А малышня тут еще гуляют, бегают. У меня новый житель, Рыжик. Прибился кот. Неделю ко мне не подходил. Айда. Рыжик. Но мы с ним подружились со вчерашнего дня. Он теперь так хорошо ко мне идет и везде за мной, как и Васька. Васька ушел куда-то. Хороший кот, кстати. Кастрированный. Айда. Айда, Рыжик. Ой ты, господи, упадешь. Рыжик. Вот. Проблем с ним теперь не будет по поводу кошечек, да, Рыжулька. Вот. Я теперь его новая хозяйка. Он не уходит с территории, всегда здесь, на улице. Ко мне сюда по сетке. Вот, лежит. Живность рядом. Гуси орут, как бешеные. Гусей хочу убрать, потому что реально они, от них пользы нету, то несутся, то не несутся, 2-3 яйца и опять не несутся, потом через какое-то время опять несутся, и в общем невыгодно. Хочу их убрать, а купить кроликов. Смотрите, вот, да не бойся, не тронут они тебя, Рыжик, Рыжулька. Ой ты, господи, не бойся, не бойся.